Хей, чуваки, с вами Аника Долня и я ЛПС-блогер. Я был и являюсь членом сообщества ЛПС-туб в течение 7 лет. В настоящее время у меня есть 6 тысяч суперклёвых подписчиков, которых я люблю всей душой. Чуваки, вы просто лучшие. Итак, для начала, что же такое ЛПС-туб? ЛПС-туб — это место, где ты можешь попробовать себя в роли сценариста, актера, режиссера, монтажера и прочего, используя маленькие фигурки животных. Но самое главное, ты можешь встретить кучу классных людей, устраивать с ними коллаборации, встречки, обмениваться ЛПС или какими-то советами по поводу видео и многое другое. Что же значит для меня ЛПС-туб? Ну, во-первых, благодаря ЛПС-тубу я нашел себе своих классных бро, которых очень люблю. Ребят, если вы это смотрите, то вам приветик. Во-вторых, это хобби, которое мне жутко нравится, за которое мне ни капельки не стыдно. Я спокойно говорю о том, чем занимаюсь. Здесь я могу разгуляться и создавать, воплощая в жизнь то, что мне вертится в голове долгое время. Я не особо активен и не особо слежу за всеми моментами, которые происходят в нашем сообществе, но все равно очень люблю его. А также горжусь тем, что являюсь олдом, который застал выход видео от ЛПС-блогеров, таких как Firuza883, Эвелина ЛПС Герл, Королева Пэт Шоп, Нека Хинамори, Литтл Тэлэнт Киттен и многих других, чьих ников я не очень хорошо помню, но все равно смотрел их и помню их видео и сериалы и прочее. Я надеюсь, что мы сможем дальше продолжать делать то, что так очень любим, и никакие новые правила Ютуба нас не остановят, потому что мы семья и мы все сможем. Спасибо за просмотр данного видео и всем пока!